Три года назад в Майнкрафте изменили все их текстуры, и все были недовольны. Но если взглянуть назад, текстуры были немного... Некоторые были хорошими, такие как замшелый булыжник, гравий, песок душ, губки и снег. А некоторые были сомнительными, такие как лед, светокамень, стекло, алмазы и кремний. Но были и ужасные текстуры, такие как странно-желтая пшеница и что это? Картошка? Но ничто даже близко не сравнится с самой плохой текстурой в истории. В течение 10 лет мы подвергались этому незираку.